Я приветствую всех, кто по случайной закономерности смотрит это видео. С вами Марина Радуга, источник любви, радости и вдохновения. Из прекрасной страны, где только что закончился очередной волшебный тренинг, который сделал всех участниц еще счастливее, красивее и радостнее. Вы сейчас наблюдаете небольшой эпизод того, как проходит танец мандала, как местные жители собрались с интересом смотрят. Почему-то, когда идет танец мандала, собираются мужчины, женщины, собаки, все в одном месте и хотят расходиться совершенно. Такая красота. Есть вывод. Суть этого тренинга в том, что мы через познание энергии пяти стихий, земли, воды, и огня, энергии солнца, и соединение этих всех стихий. Познаем энергию пяти стихий через дыхательные, танцевальные, тантрические техники и приближаемся к силе своей женской природы. Каждая участница, она обычно приезжает со своим запросом и к концу тренинга, как правило, получает на него ответы и, конечно же, умение пользоваться всеми этими волшебными практиками. И умение пользоваться простыми суфийскими практиками каждый день в условиях города — это, конечно же, то, что помогает сохранить и усиливать женскую сердечную сексуальную магию. Приезжают все совершенно разными запросами. Кому-то это помогает найти и привлечь избранника, выйти замуж. Кому-то улучшить отношения в семье. Кому-то увеличить свой финансовый поток. Кому-то, может быть, открыть его. Кому-то очень важно осознать, почувствовать свое предназначение. Я работаю с индивидуальными запросами каждого. Поэтому, наверное, результаты у всех просто потрясающие. Особенно замечательно мне получается выдавать красавиц волшебных замуж. После вот таких магических тренингов происходят удивительные знакомства и очень долгие, счастливые, крепкие семьи. Вот уже в этот тренинг, где девочки познакомились с очень серьезными, интересными молодыми людьми, и у них уже сейчас достаточно теплые, приятные отношения. Надеюсь, что, как и у всех остальных, они продолжатся дальше. Либо придет еще более интересный, успешный мужчина для них. Если вы хотите совместить отдых с решением какой-то своей насущной проблемы, пройдите предварительную регистрацию, мы непременно свяжемся с вами, познакомимся, пообщаемся, вы зададите свои вопросы. Я вам расскажу все, что вас интересует. Пожалуйста, регистрируйтесь, буду очень рада быть рядом с вами и приглашаю вас в эту волшебную сказку потрясающего, изумительного тренинга преображения.